Ребят, новый день на Рыбинке. На этот раз решили с Максом пойти сейчас на взморье, туда, куда ходил в прошлом году, где, помните, утки много там сидело по берегам, и попробовать выйти на само море, хотя бы посмотреть, возможно ли вообще туда выйти, потому что, ну, вчера все сами видели, мы садились на мель, вода очень низкая. Я думаю, что, а там и так-то в прошлом году глубины там 50 сантиметров. Как там сейчас проходить, не знаю. Ну, мы, Макс, попробуем, посмотрим, рисковать не будем. Ну, нет, так нет, значит, найдем какие-нибудь. К тому же взяли чучела сегодня. Попробуем, может, где-то там заводи какие-нибудь. Вот все-таки хочется ту утку поохотить на вечерке. Ну, и покидаем по этим ямкам там. В общем, посмотрим, как что будет. Сегодня погода прекрасная, на градуса на 2, наверное, чуть холоднее. Вот. Но ничего, нормально, ветерок такой легкий поднялся. Золотая красивая осень. Идем навстречу приключениям, опять же. Ни хвоста нам, ни чешуи, и ни пуха, ни пера. Погнали. О, как берега-то отмелели. Здесь сейчас должна яма быть. Сейчас я ее попробую вычленить, где она тут. Ага. Я вот по тому берегу ориентируюсь. Вот там маяк, видишь, да, стоит, где боржа. Да, вот, пошел свал. Глубина 5,5. Рыбу рисует. Немного, но на глубине 4 метра. Вот яма. Вот здесь яма началась. Макс, давай попробуем покидать здесь. Давай. 5 метров. Вообще не очень хорошо, мы стоим прямо на этой яме. И против ветра бросил, ну ладно, как бросил, так и бросил. Так, Макс, как ты меня учил вот этому? Подвел, подергал, подвел, подергал, подергал, повел. И дай ему маленько опуститься. Опуститься — это значит не дергать. Да, чтобы он потонул чуть-чуть. Потому что ты его ведешь в пол воды, и смысла от него мало. Где? Вон прямо. Прямо не вижу прямо. Вон, не вижу вообще. Вон. Правее смотри. Да, прям кружит, Макс. Да они прям сюда, что ли, идут? Вот они, да. Слушай, так это гоголя похоже. Да, черненькие. Вот стая летает прям над водой, да, красота, слушай. Вон, падают, по-моему. Не падают, смотри, прям, они прям над водой, потом поднимаются, и под тот берег они садятся. Ну, да, прямо практически к лодке сели. Почему они к нашей лодке не садятся? У них что это, рентген? Это два ружья. Два ружья лежит, да. Так точно. Да, я уж вообще решил на какую-то совсем хреновую снасть попробовать. Ну, не знаю. Сомнительно все это, ребята. Слушай, ну... На бреющем летают, но не рядом с нами. Они просто летают. Они просто летают и там садятся. Вот такой вот, Макс. Вот такая вот охота она. Вот прям дразнит. Вот такую, смотри, морковку. Морковку? Ага. Сейчас на моркву. Да, они прям над нами прошли. Да, они вон по кругу. И падают. Они вот так вот и туда, вот они куда-то туда все осаживаются. Нет, они даже не осаживаются, они там над водой что-то летают. А, все, вот они упали туда, да.
Это вот, видать, та лодка их подняла. Баква. О, да. Ну, это здоровая птица. Вон она. Вон, смотри, она прям рядом тут садится. А, нет, дальше пошла. Прям над водой. Вон, над водой прям идет, смотри. Чайка. Да утка вон она летает, тут кружит. Круг какой-то делает, куда-то пошла он. А мы туда сейчас, кстати, и пойдем. И там осела одиночка. А что они поодиночке-то? Им надо сейчас в стаи собираться, а они поодиночке стоят. Я такие места знаю, сейчас туда и пойду. А, пошли. Давай. Цитата из фильма. Особенности национальной рыбалки как раз. Поклевка была. Подожди, а это что такое? А вот это что, Макс? Сачок? Какой сачок? Что-то сидит, вроде бы. Что-то, ну какой-то похоже, либо, или это зацеп был, или окунь какой-то мелкий. Ну что-то как-то она прям... О, окунь. Ну, ребята, смотрите, так неплохой окунь-то. Ну. А ты говоришь. Ну, поздравляю, бачу. Давай. Молодец. Ну вот, это уже, да? Это уже вот. Вот так, ребят, вот первый за сегодня. Ну, у меня так и есть, по одному в день, нормально. Сейчас мы с Максимом тут, наверное, обрыбимся. Но мы-то щуку хотим, правильно? Глубина 8 метров. Показывал наличие рыбы примерно вот так вот. Что-то мы сейчас, помимо одного окушка, должны тут поймать. Тут вот... Вот этот мыс, ребят, вот он выходит, прям вот коса идет, и вот такие домики в виде шаров, то есть тут кемпинг, видимо, натянуто вот там вот трос натянут, они тут водные виды спорта устраивают, ну хорошо, тут очень красиво, конечно, в этом березничке, и вот прям туда выход на море, вот там уже море видно. Сидят куча птиц, там какие-то чайки сидят. В общем, тут вот прям красота. Попробуем покидать здесь. Может быть, что-нибудь... Бросил Макс якорь? Да. Ну вот она где-то пищит, тут эта рыба. В общем, следующий момент. Мы, как обычно, в общем, мы решили с Максом выходить в следующий раз часов в 6 утра, потому что все мужики говорят, что прям рано с утра клевало. Мы пришли на реку, называется она Уздена. Хотим, я тогда в прошлом году до нее так и не дошел. Вот там какие-то проходики интересные, вот это вот все. Наличие рыбы тут у нас пищит, зашкаливает. Глубина тут 5,5 метров. Мы идем на к утке. Потому что вся утка стаи, вот эти, которые мы видели. И вот это какой-то столб тут интересный, ну ладно. Вся эта утка, она осаживалась примерно вот в этом секторе. А река довольно большая здесь, прям места красивые. Сейчас мы тут все, ребят, попробуем. Идем исследовать Уздену. Это новая река.
которая граничит с Рыбинским морем. Река прекрасная. Я вот сейчас вижу такие красоты. Вот ты, Макс, не видишь спиной. А там... Да, 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 поднимается заранее. Прям сразу пошли, сразу. Ну вот они тут живут. И летать она тут будет. Да, и далеко она не уходит. Вон она летает там. Слушай, там их, наверное, штук... Ну там десяток точно сидит. Вон они, вон. Просто там десяток уток сидит. Еще какие-то плавают. Слушай, там прям вообще утиный рай. Вон они пошли. А это вообще гоголяпа. Вон поднялись, пошли. Да, 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 вон они справа пошли. Вон, смотри, целый птичий базар вообще. Справа. Вон, смотри, какие стаи. Еще тройка, четверка пошла. Вот она здесь пошла прямо. О, кормящиеся. Жопка. Вот бы нам еще махокрыл. Так, куда? Что, как бы есть метода такая? Метода, да. Чем плотнее сидит утка, это для них считается признак опасности. Поэтому... То есть ее разрежено надо ставить. Сюда бросай. Угу. Это спящая, там под берег ее можно вообще. Вон целая стая все садится. Угу. Ну вот очень хорошо сейчас разряжено. Ну, он полетел соответственно. Угу. Она вообще не улетает отсюда. Но тут она не одна. Я знаю. Это их дом. Макс, давай, бомби. Ну вот, ребят, вот наша присада. Сейчас, Макс, давай мы обратно вернемся и будем рыбачить там. Время. Время. 10 минут четвертого, часов до... 5. До 4, до 4:30. Потом садимся. Ну даже. Давай, да. Вот такая здесь рыба. Макс, ну это живец небольшой, даже не живец. Уже не живец, потому что брюхо проколото. В это... Уже выпущу, а что делать? Обрыбились? Ой, я не могу, это... Не, ну если тут такое есть, то есть и покрупнее. С почином тебя, Глеб Егорыч. В эфире передача «Смех и панорама». Я не могу, а. Хотел рыбу? Вот тебе рыба, если не рыба, то рыба. А потом уже все остальное. А я еще приговариваю, ловись, рыбка большая и маленькая. И такой про себя, ну хотя бы маленькая. Это мелочь, это все мелочь. Пузатая килька проклятая. О, дикий хрен.
Угу. Прям вкусняшка. Слушай, это можно в салат набрать. Прям. Ну вот так, ребят. Лодку поставили там. Максова еще чучела добавили. Пробираемся к месту охоты через болотину, поэтому идем аккуратно. Хвощи вот эти вот здесь, все это. Вот эта тропа, вот эта зверовая, ну это лось. Косуля, лось ходит на водопой. Видать, где-то вот оттуда может быть. Утки поднимаются, ребят, просто вообще как профессора. Еще от звука двигателя, еще даже лодки не видят. Уже поднимаются. Вся птица настегана. Вот. Поэтому аккуратненько, чтобы тут ничего. Аккуратненько оставили лодку там, идем к месту охоты. Сейчас вот я говорю на камеру, а вот выйдем на этот мысочек. Как она сейчас полетит оттуда? Вот еще смотри, вот тропы прям идут. Вон цапля, что ли, серая пошла? Или это баклан? Баклан. Слушай, а где чучела-то? А, это они дальше. А баклан прям в чучелах сидит. Вот чучела, но ничего тут не сидит. Да, ничего не сидит здесь, кроме баклана. Вся утка, которая была, улетела. Вот так вот. Там, да? Да, я. Давай. Ну, не знаю, тут слишком открыто, ребят. У меня слишком открыто тут. Хотя тут везде так. В принципе, ладно. Тут прям такая проплешина, конечно, не очень хорошо. Лоси, что ли, тут ходили, ё-моё. Сейчас мужики, вон там вот подсел гоголь нырковая, а на том берегу приехал квадрик, и, видимо, с семьей там мужик рыбак рыбачит. Вот. Причем, как бы он, наверное, не понимает, что мы тут охотимся, бог с ним, он сейчас рыбачит, клево нет и уйдет. А этот гоголь где-то вот там вот, да, вот где-то прямо от Максова на 12 часов, где-то он занырнул, а вон он снова вынырнул. Ну, тут вот так вот, вот все, утка есть, но пока ничего к нам не подсаживалось. Нет, прошла одна, но далековато, Макс стрелять не стал. Сейчас мы посмотрим, может, гоголь подплывет к присаде. О, смотри. Охотник. Рыболов-охотник. В общем,
Поменяли мы с Максом место дислокации. Вот теперь мы на таком мысочке находимся. Пересадили чучела, собрали там. Ну, место так обсудили. В общем, не совсем оно подходит для охоты. Во-первых, туда приехал какой-то мужик с ребенком. Ничего не поделать, рыбаки тоже охотятся на рыбу. Приехал рыбак. Вот. Ну, естественно, вся птица поднялась, ушла. Они там остались. Мы решили с Максом сменить место. Нашли такую заводинку тоже. Прекрасный закат в воде отражается в этой заводинке. Бросили быстро чучела, прям с лодки высадили, какие были. Ну, не факт, что она сядет. В плане маскировки тут, конечно, оставляет желать лучшего. Так что, разведка, ребят, это места не традиционно мои, где я охочусь, а все-таки и для меня, и для товарища они новые. Мы только изучаем, разведаем, там посмотрим, как получится. Может, что, Максим, в лед, да, стрельнем сегодня? Может, повезет. Все это, конечно, красота, потому что вот такой розовый закат на фоне желтого осеннего леса. Там где-то мужичок, вот там вот рыбачит, ходит, что-то блесенку кидает, спиннинг бросает, ничего не ловится. Зато мы отдыхаем душой. Угу. Во, вообще. Сидим, ждем. Прекрасная вечерка, просто прекрасная. Ветра нету, тепло, ребята, тепло. Это уже практически вторая половина осени, и тепло, даже комары вон летают. И просто бездонное небо. Глубина просто, в камеру, конечно, это не передается все. Но там такая глубина, что прямо запредельная. Охотимся. Идет. Села, Макс, села. Далеко. Давай бьем. Есть! Поле! Подсели прям по классике. А ты говоришь чучела, видишь, сработка. Сработка, да. Вот она. До предохранителя. Твою мать. Да. Ладно. Вот он, трофей один из, по-моему, гоголь. Сейчас поближе подплывем. А я могу и поярче сделать, хотя, в принципе, и так видно. Вот такая охота, ребят, прям вообще по классике подсели в чучела они. Сейчас посмотрим, что у нас за трофей. Ну-ка. Ну, Александрович. О, слушай, это гоголь, самка. Дай мне его поближе сюда. Мы его поближе рассмотрим. Да, это гоголь, самка. Слишком, наверное, ярко. Вот так вот. Ты его за голову возьми. Ну, это классика для этих мест. Гоголя, это прям... Это наше все. Это благородная утка. Стоять.
Гоголь. Гоголь. Вот так вот. Пара гоголей. Пара гоголей. И шулюм готов. Что-то у меня слишком ярко фонарь светит. Ну вот так вот, наверное, страшно совсем. Просто если когда... Если еще подсветить ночью, вообще с ума. В общем, ребят, такая охота получилась. Классика просто. Два гоголя подсели в чучела кряквы, что, кстати, не редкость. Потому что на весенней охоте я тоже замечал, подсаживаются гоголя в кряквы, в эти чучела. Все нормально. Двоих взяли на пару, и красота просто. Охота красивая, утка практически не летала, одна пролетела над головой, но это уже было темно, и там просто не вскинуться. В общем, возвращаемся мы потем, но просто вот такое вот все вокруг. То есть это вот вообще показать вам, но это вот тут берег еще. Это еще более-менее что-то, наверное, тут видно. То есть мы уже стоим тут на мели опять. Вот так вот. Там сидит Макс, здесь я. Вот там вот звездное небо. Как бы вам это небо? Все-таки я говорю, я когда-нибудь все-таки что-нибудь придумаю, как его заснять. Просто колоссальное количество звезд. А вот там, кстати, Макс, вот ты, вот мы говорили, вот там Плеяды. Видишь, много-много-много вот там вот. Вот это и есть Плеяды, ближайшие к нам. В общем, ребят, все, на сегодня все. Один окунь и две утки. Вот трофей. Все. Ну, что я могу сказать? С полем. И завтра посмотрим. Может быть, если все будет нормально, поедем на Рябчик съездим. Если погода позволит. До завтра.